Ну, Сергей, рассказывай. А что рассказывать? Я хочу спрашивать. Друзья, кто был на концерте группы «Анакондас» ранее? Уф, как много людей. Спасибо, друзья. Спасибо, что не забываете. А кто впервые на концерте группы «Анакондас»? Добро пожаловать, друзья. Welcome. Следующая информация, тут я расскажу. Следующая информация для многих. Друзья, группа «Анакондас» не употребляет наркотики. Никто из нас. Наркотики – это очень плохо. Мы не рекомендуем вам употреблять наркотики. Они приведут вас на самое социальное дно и далее к смерти на сковородочке. Друзья, следующая песня – это просто отличный повод потанцевать и спеть ее вместе. Yeah.
держать в себе. Если надо, сам поставлю уколы себе. Если чё, я могу дрянь на воде, но лучше дрянь. Лучше кроватка и плен. Загляни в меня под лучший гастроэнтеролог. Не растворили еще душу, пая виски с колой. А вместо сердца чем-то обледена осколок. Стабильно все херово от Рождества Христова. Может раньше умирательную яму ляжем за компанию. Наше любимое занятие самозакопание. А как еще у нас внутри вечно гримаши. Шторм от мальчишки, летящий бесконечно и что? Все болезни головы не знаю ни одно. Максимум мне сказал, мы возьмем отклон. Точка, 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 тебе, тебе, тебе. Моя амброзия, моя настолько варьяна. Не могла ли не